что Штранцель недоволен. Игровой момент. Давай ты, мясо, бегай! Ощущения не было. Вообще, вы знаете, друзья, ощущение такое, что Штранцель что-то ищет. Скорее всего, никак не может найти свою игру. 38-я минута идет встреча. Мелик. Длинный пас на Березуцкого. Ну давай! По правому флангу развивается атака армейцев. А вот тут непонятно, Ксюш, что подожди. Ксюш, ну подожди, ну полчаса. Ну сейчас доиграют, Спартак выиграть должен. Пятый угловой у ворот Спартака. Ты знаешь, Хмелик, а вот это уже свинство. Смотрим. Я бросаю все свои дела. Как дура, через весь город спешу сюда. Продукты покупаю. А он... Да наплевать мне на футбол. Ну, забили с ребятами на тотализаторе в спортбаре. Что, опять угловой? Да, повторный угловой. И опять Березуцкий будет подавать. Дача! Опять? Ты же мне обещал больше не играть. Ты же все равно все деньги просадишь. Да при чем здесь деньги? При чем здесь деньги? Не в них вообще дело. Да, конечно, в них, потому что ты выигрываешь гораздо меньше, чем проигрываешь в эти свои тупые игры. Выиграть для меня вообще не имеет никакого значения. А ради чего ты играешь? Драйв. Драйв. Ощущение риска. Ты понимаешь, если я каждый день не буду чувствовать этот драйв, то все. Ты понимаешь, хотя бы один раз в день я должен чувствовать. Иначе для меня жизнь остановилась. Это непонятно. Как остро! Ты наркоман. Это вряд ли. Ксюш. Может, у меня этот кризис среднего возраста? Ты могу потрясающую карьеру сделать. Такая голова светлая. А занимаешься какой-то ерундой. Мне нравится моя жизнь. Что лучше сидеть в кабинете и бабло подсчитывать? Вот именно поэтому ты мне нравишься. Ну что, атака Спартака? Моцарт пытается... Нет, не получается. А Роберт тебе почему нравится? Удар! Эх, мимо! Срывается мяч с ноги. С неудобной для себя ноги бил Моцарт. А ты ревнуешь, Хмелик? Сейчас повторно посмотрим. А что у нас тут предупреждение? Кто-то получает из порта? Нет, это... Может быть. Вот мы видим. Ксюша. Вот. Вон, кстати, вон, иди. Извини. Ну, наверное, так и закончится первый тайм. Алло, да. Спартак и подготовлен лучше, и по турнирной таблице, и отдохнул, а у ЦСКА было больше встреч. ЦСКА, конечно, уставшие. Но то, что мы видим, что-то разладилось. Что-то разладилось. Нападение у Спартака. Конечно, я уже выхожу, да. Скоро буду. Алло. Там Роберт злой, как собака. Похоже, придется ехать. Может, тоже на Спартак поставил? Он не смотрит футбол. Я поеду, да? Может, пошлёшь его? Вообще-то он мой, между прочим, твой тоже начальник. Ксю, ты ж на машине? Подбросишь меня до спортбара?
Я там второй тайм досмотрю. Ксюх, у нас мало времени. Ну что, Ксюш, ты идешь? Значит так, строгий режим и никаких волнений. А что касается личной жизни, то в этом смысле полное воздержание. Я постараюсь, доктор. Да уж, постарайтесь, голубчик. Потому что ваша нервная система совершенно расшатана. Спасибо, что зашли. Всего доброго. Пока-пока. Здрасте. Здрасте, здрасте. Доктор с психдиспансера заходил. А, ну да, ну да. Побегу, сейчас аптека закроется, надо успеть. Минуточку. Да? Кажется, это доктор у вас уже была на прошлой неделе. Только она была не доктор, а миссионерка из какой-то религиозной секты. Ну что, думаешь, самый умный? Да нет, конечно. У нас договор был, баб в квартиру не водить. Да это моя знакомая, ну, старая, мы Короче, на самом деле… что насчет квартплаты? Ты мне должен уже за 2 месяца. Нет, я помню. Я на самом деле вот как раз сейчас собирался идти встретиться с моим товарищем. Он должен мне вернуть долг сегодня, а завтра я с вами расплачусь, честное слово. Имей в виду, если завтра денег не будет, я буду вынужден познакомить тебя с моим племянником. Вот он такой же, как ты. Рекламщик тоже. Ага. Тоже ненормальный. Его недавно из психиатрической больницы выпустили. Продолжают ЦСКА дерзать измученную оборону Спартака. Ну а следующий матч Спартака в Санкт-Петербурге через неделю с Зенитом. И там-то уж, конечно, надо будет побеждать. Ну что, Акинфеев сильно выбивает мяч в поле. Он уходит за боковую линию. Все. Попал ты сегодня, Ахмед. С тебя сутка. Индей, я на мели. Запиши на меня. Как скажешь, левый глаз. Спасибо. Ну что же, ЦСКА занимает первое место. Вы позвонили в приемную Билла Гейтса. Все, мажор, ты меня достал. Ё-моё, совещание. Сюда.
Спасибо. Да, алло. Хмелик, ты где? Что? Совещание началось уже? Да, оно уже закончилось. Слушай, здесь такое... Славка, извини. Ой, ты чё, ну что там, Ксюх? Ну, в общем, Роберт сегодня сам... Сейчас, Ксюх, погоди. Привет, ребят. Привет. Привет. Извините. Ну что там, Ксюх, я слушаю. Я прям не знаю, как тебе сказать. Я тебе попозже перезвоню, хорошо? Ладно, пока. Сделай мне кофе. Главное агентство, добрый день. Эфир пойдет. Да. Можно будет увидеть. Привет. Андрей! Да. Наташка, все помню. Скажи заказчику, что я заболел, буду на следующей неделе. Все сделаю, честно. Ну, придумай что-нибудь, ты же умный. Да погоди ты, я не о том. Здорово, Серег. Рекламное агентство, добрый день, слушаю вас. Да, секундочку, сейчас я запишу. Наташа, а что происходит? Да-да, пишу. Так. У себя? Хмелик, тише. Что тише? Что тише? Успокойся. Где мой стол? Где мой ком? Где вообще все? Что, приезжают опять, что ли? Меня перевозят куда? Не сказали еще ничего. Кто мне что должен был сказать? Мне никто вообще ничего не говорит. Что происходит сегодня? Тише, Андрюш, ну понимаешь, ну... Ксюша, приказ на Хмельницкого готов? Да, Роберт Семенович. Ну, так неси. Так, ну-ка, дай сюда. Систематическое нарушение трудовой дисциплины, невыполнение, уволить их, хватит ли прежде. Так. Хмелик! Подожди, Ксюша. Так, Ксюша. Роберт Семенович, а вы меня почему уволили? Я не виноват, что заказчики ушли. Я предупреждал менеджеров. У конкурентов расценки ниже. Роберт Семенович! Робик! Значит так. Если что, я буду в тире. Скоро вернусь. Роберт Семенович, на самом деле, что происходит? Андрюша, я... Робик! Что вы здесь делаете? Так может, это из-за опозданий? Так я, между прочим, из офиса самый последний ухожу. Я отрабатываю все. Роберт Семенович, мне кажется, вы меня боитесь. Роберт Семенович, это уже смешно, в конце концов. Я что ж, по всему зданию за вами бегать, что ли, должен? Или мне что, в профсоюз пожаловаться? Жалуйся ты хоть самому Господу Богу. Еще раз узнаю, что ты с ней встречался, пристрелю, как собаку. Понял? Руки бери свои. Пятый этаж. Заходи. Садись, пожалуйста.
чай, вода не закрывается. Я в курсе. Вы, наверное, родственники хозяина квартиры? Феликса Эдуардовича. Племянники. Родные? Очень. Ближе не бывает. Разучились люди лаконично и интересно доносить мысли. Согласен. Где деньги? Будут. Когда? Скоро. Не кури. Вредно курить. Да и противно. Извините. Есть паспорт. Вот. Стоп. Не улыбайся. Очень похож. Похож. Деньги за квартиру отдашь Феликсу Эдуардовичу. Угу. Сегодня вечером. Понял? Идем. И слушай, вообще, надо прибраться в квартире, срач. Так получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да что? Твою мать! Да что ты делаешь? Да какого хрена, блин? Да что ж такое-то? Так. Давай, давай! Ну давай, ну ты! Добрый день. Все в порядке у вас? Да все не в порядке! Да со мной все в порядке! Не видно, что не в порядке, что ли? В порядке! Спокойно, спокойно. Я спокоен! Куда еще спокойнее? Автомат не работает, завис он! Все работает, все нормально. Что работает? Купюру у меня сожрал последнюю! Он не работал, а сейчас работает! Сейчас все у вас отлично, все хорошо, все зашибись! Если вы будете себя так вести, мы будем вынуждены попросить вас покинуть наше заведение. Да, я не пойду никуда, я здесь буду сидеть. Деньги верните, я пойду. Будьте любезны, покиньте заведение. Никуда я не пойду, говорю, я здесь буду сидеть, все. Первый, второму. На связи. На 14.15 у нас проблема с клиентом. Нужна помощь. Понял, иду. Ты завис, что ли? Последнюю купюру сожрал, завис, ну. На, держи. Эдик. Ну вот, возвращаюсь я домой. Сидят. Угу. Спасибо, Вася. Два здоровенных лба. Как под копирку. Близнецы, оказывается. В общем, если к вечеру денег не найду, будут учить меня бросать курить. Вот такая вот история, Эдик. Ни работы, ни подруги, ни квартиры, ни бабла. Да. Полный набор. Mm. Mm. А хочешь беспроигрышно заработать бабла и заодно поиграть в суперигру? В смысле? Пейнтбол.
Ты в каких войсках служил? ВДВ. Старик, да ты просто создан для этой игры. Да. Запоминай адрес. Так, ну а как у вас со здоровьем? Да вроде не жалуюсь пока что. Поясняю. Люди, которые заказывают игру, платят деньги немалые. Так, чтобы им подбирали исключительных противников. С кем попало, эти парни играть не будут. А почему пинбол? Поясняю. Это обеспеченные люди пытаются скрасить свое тихое и спокойное существование. И поднять жизненный тонус выбросом адреналина. Они что, так не способствуют этому, как война? Пусть даже и понарошку. Когда выезжаем? Ближайший уикенд. Да, еще одно условие. Никто не должен знать, зачем и куда вы отправляетесь. Это одно из условий контракта. Это почему? Спасибо. Поясняю. Я сказал, без сахара! Поясняю. Вы получите хорошие деньги. Это отменный гонорар. Я не хочу лишний раз светить свой бизнес. Мало ли кто пронюхает. Налоговые менты. Хорошо. Но мне нужен аванс. Вообще-то это у нас не принято. Сколько? Штуку. 300. 700. 500 договорились. Договорились, Георгий. Для тебя просто, Жора. Вы завтра в 5 утра, машина за тобой приедет. Бухгалтерия, третья дверь. Понятно. Удачи. Спасибо, Жора. Я часть денег принес. Остальное в понедельник. Паспорт верните. Это что? День рождения у меня. Поздравляю. Спасибо. Как говорится, 30 лет ума нет. И не будет. Чьи родственники, а? Вы вообще как сюда попали? У тебя договор, солдат. Собирайся на войну. Господа, если неплохо себя чувствую, магнитные бури. Наводнение вчера в Индонезии. Пожалуйста, приходите завтра.
взяли. Что вы делаете-то, ну? Что? Как ты думаешь, мы где? Где-то. Капитан, у меня вопрос. Говори, боец. Мы где? Тебе в рифму ответить, боец. Я серьезно спрашиваю, где мы находимся? В заповеднике. Заповедник территориально где? В Тверской области. Как в Тверской области? А что? Что-то не так, боец? Ну, сказали же, что игра будет в Подмосковье. Ну? А какая разница? Что значит какая разница? 300 километров разница. Вы ничего не перепутали? Боец, если бы я что-нибудь путал, меня бы здесь с вами не было. У нас договор был с Жорой. Правильно.
Значит, все вопросы к кому? К Жоре. Здесь телефон не ловит. Ну так отдыхай, расслабляйся. Слушай, тебя вывезли из душного города поиграть. Еще и денег заплатят. А ты всем недоволен. Игра до понедельника? Согласно договору. Ну что? Пошли в отель, лучшие места занимать, пока ваших противников не завезли. Не отставай. Здравствуй, мать. Здравствуй. Я постояльцев привез. Где дед-то? Да здесь, здесь. Ну вот, принимай. Здорово, капитан. Здорово. Добрый день. Спать здесь будете. Матрацы в сарае возьмете. А умыться где? Нужник за оградой, в лесу. По хутору не шляться. Я этого не люблю. Позже вас позовут. Угу. Чё-то не нравится мне здесь. Слушай, ты уже достал. Не нравится, езжай домой. Мне больше денег достанется. Пойду за матрасами схожу. Девушка, можно у вас водички попить? А то у меня во рту Сахара. Честное слово. Спасибо большое. Вы здесь живете? Да. Меня Андрей зовут, а вас? Маш, неси воду в дом Джейма. Мария. Красивое имя, приятно познакомиться. Ты играть приехал? Ну да. Зря. Уезжай, пропадешь здесь. В каком смысле? Гиблое тут место. Я ж говорил, по хутору не шляться. Слышь, игрок, я тебе говорил, по хутору не шляться. Дед, что секретность такая? Так точно. Наш консультант и арбитр. Так и есть. Добро пожаловать на базу. К ноге, я сказал. К ноге. Не ори на собаку, а то будет такой же психический, как ты. Сам ты псих, обжор. Да ладно вам, ребята. Лучше подумайте, как будете по лесу бегать. Ну как наши бойцы, капитан? Достойные? Да, самые крутые, что я видел. Будете в восторге от этой игры. Давай, давай, давайте. Что-то мне здесь не нравится. Тогда что ты сюда попёрся, жердяй? Лыжик свои. А, вот и наш хозяин.
встречая гостей. Милости просим. Здравствуйте, с приездом. А какой зверь, не съест? Она ест тут хорошее мясо. Там наших противников привезли. Да? Ага. И как они? Собака у них. Да ты что? Давай. Давай, давай, давай! Ну что? Ну ём! Слушай, а тебе не надоело играть? Не, мы что сюда приехали? Не для этого приехали, что ли? Слушай, я поговорить хочу. Да? Ага. Ну, говори. Скажи, а ты играл когда-нибудь в это? Я каждый день не играю, блин. Да нет, пинг-поинг или... Пинбол? Ну, да. Нет, не играл. А где служил? ВДВ. А ты? Контрактником. В Чечне. Ага. Сработаемся. Угу. Слушайте, а какие игрушки мобиль? Ну вот, пукнул бобёра ему в подушку, и у всех у них был конъюнктивит. Заходим, бойцы. Знакомьтесь, это каратели. В игре у них у каждого будут свои клички. Ваше слово. Это шакал. Койот. Гиена. Я волк. А вы партизаны. У вас тоже будут свои клички. Выбирайте. Я хмель. Бухать, что ли, любишь? Фамилия у меня Хмельницкий. Понятно. Ну, а ты? А мне все равно. Ну, раз он хмель, значит, ты будешь Бадун. Отходун. Я буду Ашот. Что за погоняло? Это не погоняло, меня так зовут. Кошмар. Лучше бы его звали. Так, ну, Ашот так Ашот. Теперь следующее. Слушайте внимательно. Переходим к оружию. Маркер. Дай посмотреть. Это баллон. Это фидер. А как вы поймете, кто в кого стрелял? Для каждой команды есть свой цвет. Ну и какие условия? Для партизан простые. Продержитесь сутки, получайте по штуке. Продержитесь до понедельника, призовой фонд возрастает до 5, поровну каждому. А условия для карателей? А вот это не ваше дело. Это их игра, их деньги. Хорошо, ну а если кого-то из нас подстрелят? Деньги достанутся второму. Это значит, если моего напарника убивают сразу, а я продержусь до понедельника, то я должен получить... То ты в результате получишь 9000 баксов. Ага. Хорошо, но если мы подстрелим всех карателей раньше, чем до понедельника? Ну, конечно. Игра закончена. Двигайтесь на базу. Для связи со мной у Волка будет рация. Теперь ориентиры. Расклад такой. Вокруг хутора на несколько километров идет лес, который окружен по периметру просекой. Это и есть территория игры. На хутор во время игры заходить категорически запрещается. В 5 километрах к югу от хутора расположена мертвая деревня. Это тоже территория игры. А вот просеку пересекать не советую. Опасно для жизни.
А почему нельзя просеку пересекать? Потому что ее вырубали по границе болота. Это что получается? Вокруг заповедника со всех сторон болота? Все верно, боец. Поэтому мы и прилетели сюда на вертолете. Когда начинаем? Для партизан игра начинается в 5 утра. У них будет 2 часа форы, чтобы укрыться в лесу. В 7 часов выдвигаются каратели. Еще вопросы есть? У карателей собака. Это сильно повышает их шансы. Какая собака? Это щенок. Да какая разница? Это усложняет нашу задачу. Мне кажется, надо ставки повышать. Оборзели они. Волк. Ладно. За каждого убитого карателя ставки повышаем вдвое. Ты, индус, как самый молодой, сбегай за водкой. Она у нас в хибаре. Я не индус. Тем более сбегай. Не горячись. Так, Волк, что-то я не понял, что происходит. Мы им все оплатили, а они даже за водкой сходить не хотят. Мы сходим вместе. Все в порядке. Прекрати боковать. Да пусти ты меня! Что ты такой горячий-то, напарник? Я его не оскорблял. Они, между прочим, нам деньги платят. И что? Я иду спать. Щенок. Так. Что такое хмурый? Там у карателей ружья настоящие в комнате. И что ты думаешь, они привезли их для нас? Да откуда я-то знаю? Девчонка еще местная говорила, что здесь места гиблые. Ну, ты же стреляешь хорошо? Не знаю пока. Ты же десантник. Десантник? 2 года при штабе с тем газету рисовал. А стрельбища вообще не было. И я такой же. И я такой же. Ты что, в Чечне не был? Был. Контрактником. В Моздоке. Поваром. Поваром? Угу. Болото кругом, все равно никуда не денешься.
Играть будем. Вот прямо сейчас и начнем. Ты куда? На разведку. Хочу с девчонкой это поговорить. Но, может, узнать что. Вот я тоже так думаю. Удачи тебе, брат. Маш! Маш! Ты долго еще? Еще 5 минут. Спать пора ложиться. Сейчас смотри, дед. Присматривай за ней. А то он нынче мужиков-то полна деревня. Капитан-то за всеми не уследит. Ну и чего? Ну как чего? Украдут девку. Кому она тут нужна-то? Кожа да кости. О, кожа да кости. Не скажи. Ты вон помнишь негр-то? На прошлой неделе, который играл, а? Негр? Да. Как это он за круг нее увивался-то? А где ж он теперь, этот негр-то? Уж поди черви доели. А ты с капитаном-то говорил? Да успею. Но ты-то как думаешь? Может, мне поболее денег попросить? А что? Конечно. А девушка-то, ну, хозяйственная, красавица. Ешь, моя. Я все. Ты давай неси на кухню и спать ложись. Давай, Мишенька, мы с бабкой иди. Сейчас подойдем. Да, угу. Иди, Мишенька, иди. Давай помогу. Спасибо, не надо. Ну что, тебе жалко, что ли? Чего ты так торопишься? Я спать иду. Ай, Маш, не скучаешь совсем по мне? Еще чего? Маш. Пусти. А я скучал. Пусти. Капитан. Я говорю, пусти. Пусти ты. Я занят, боец. Я прошу прощения. Вопросы появились. Опять вопросы? Да. Давай свои вопросы. Почему в заповеднике игроки пропадают? Это о чем? Я ни о чем, я о ком. Я о негре. О негре? Откуда узнал? Неважно. Несчастный случай это. А что с ним случилось? Утонул негр в болоте. Я ему говорил, не ходи через просеку. А он пошел. Не послушался негр. Почему? Пьяный был, наверное. А зачем наши противники ружья настоящие привезли? Охотиться они будут после игры. Все так делают. Тебя что, не смущает, боец? Да меня уже все смущает. А что, если я не буду играть? Штраф заплатишь. Это в 2 раза больше, чем ты выиграешь. И все. Но я… Ну что «но»? Договор подписал? Все. Ты свой выбор сделал. Пошли. Пошли ей спать. Поздно уже. 5 часов подъем. Ай, мой тебе совет. Ну, не будь ты таким любопытным, а то… А то что, в болоте утонул? Ну, почему в болоте? Всяко бывает. Давай, давай. Тебе спасибо. Не за что. За то, что от капитана спас. А, да ладно. Что, достаю сильно, что? Да ужас, замучил уже.
А тебе, кстати, чего тут надо? И... У меня вопрос. Скажи, правда, что у вас в лесу люди пропадают? Ну, правда. Нехороший тут лес. Чего в нем нехороший? Лес как лес. По всему заповеднику останки солдат лежат еще с Великой Отечественной. Дед он их до сих пор находит и хоронит. Так, и что? Дед говорит, что это души незахороненных солдат маются. Призраки. Стоп! Уходи, мне спать пора. Маш, ты как вообще здесь оказалась-то? У тебя родители где? Я сирота. Извини. Ничего. Мне 12 лет было, когда родители погибли. А дед с бабушкой к себе взяли. Все же лучше, чем в детдоме. Не знаю, мне и там неплохо жилось. А ты что, детдомовский? Ага, подкидыш. Скажи, а в заповеднике еще кто-то живет? Нет. После того, как дорогу на материк затопило, все люди ушли. Так дорога была? Ну почему ж была? Она и сейчас есть. Только вот в болоте ее найти нелегко. Знать надо. Ну ты найдешь. Я найду. В окно, быстрее! В окно, давай! Спасибо. Быстрее. Господи, боже мой. Ну что, свет жгешь? Ложись давай. Сейчас лягу. А что окна не запираешь? Ложись. Дед. А. А вот эти игроки новые, они из Москвы приехали? А что? Ну, так просто интересно спрашиваю. Не твоего ума дело. Спи давай. Угу. Thank you.
Поднимайся, боец, без 5-5. За мной. Ты что-нибудь узнал? Ага. В лесу живут призраки и похищают людей. Что, серьезно? Ага. Жесть. Ну что? Советую на ночь выставлять часового. В заповеднике дикие звери. Все, время пошло. Выдвигайтесь. Ну чё ты как? Это Халка или чёрт? Подожди, сейчас. У вас рация всегда на прием? Конечно. Будут проблемы со связью, у вас есть ракетница. Что у нас со временем? Ровно 7. Фура для партизан закончилась. Вы в игре, господа. Ну, вперед. Угу. Койот, не забыл кого? Какой? Если отстанешь, тебя 10 штук баксов. А если вы от меня отстанете, с вас 20. Все равно проиграешь, Боров. Да? Да я еще вас на себе потащу. Хватит, Паша. Давай. Пошли, пошли, пошли. Извините, теща. Алло? Это я. Ну что у тебя? Все нормально. Дичь в игре. А проблем не было? Нет. Друзья наши довольны? Ага. Как всегда. А старики? Все под контролем. Ну, держи меня в курсе. Так точно. До связи. Так. Ну, а со здоровьем как у вас? Не жалуюсь. Свои, свои. Фу. Ты куда бегал? Восьмерки выписывал. Пока они с собакой по кругу ходить будут, у нас время дополнительное. Соображаешь. Спасибо. Ну, пошли, что ли? Сережа. Тянись, койот. Я прикрываю вперед, ваш тыл. Может быть. Вперед, Гела. Ты же встала. Что случилось? Похоже, след потеряла. Ну не спори лишь, Аня. Ну давайте, давайте, ищите. Гела, ищи давай. Давай, ищи. Ну ищи. Ищи, давай. След, Гела, след. Дура! Рядом, сука! Вперед. Рядом! И ты тоже дурак. Гиня на окне. Тебе что тут надо? Ничего. Я подарок тебе привез. Не надо мне никаких подарков. Хм.
Добрычка, смотри, какая красота. Нравится? Ну что, примерим? А что ты боишься? Ничего я не боюсь. Ну все. Да пусти ты! Деда! Тише. Да пусти! Значит, что? Маша, тише. Ты что, сдурела, что ли? Я же люблю тебя. Слышь, ты уверен, что нам нужно идти на болото? Скоро каратели догадаются, что мы следы путаем. Единственный способ скрыться от них только в воде. Стойте! Мы здесь уже были. Точно. Здесь следы разделились. Ага. Они по кругу нас гоняют. А куда мы отсюда повернули? Направо. Точно. Налево. Налево. За мной. Налево, Гела. Налево. Давай, давай, вперед. Вперед, Гела. Вперед. Вперед, лезь, лезь, след, Гел, след. Все ясно. Они решили двигаться по краю болот. Я рядом, Гел, я рядом. У меня есть предложение. Нам надо разделиться на две группы. Одна пойдет вдоль берега, а другая в обратную сторону. Да. А если партизаны только этого и ждут от нас? Напоримся на засаду. И собака у нас одна. Чтобы собака снова взяла след, когда они выйдут из воды, нам точно надо знать, куда они пошли. Че ж там делать? Да пусть пока покружат. Мы пойдем в мертвую деревню. Куда? У меня есть один план, как их накрыть. Пошли. Пошли, пошли, ну, пошли. Встали, встали. Из этого болота. Все, хватит. Так,
хватит орать. Что орешь? Сергей. Стоять, дура, стоять! Кому говорю, теперь вместо партизан будем собаку стоять! Искать. Главное, чтобы гиена не заблудился. Чтобы его искать не пришлось. Ну вот, значит, такие у нас условия. А не слишком ли дорого, дед? Маш, не арабская принцесса. Но ведь нам дальше-то одним справляться придется. Ты пойми, люди мы не молодые. Хронические заболевания, одинокие мы. Ну, по рукам, что ли? Ладно, уговорил старый черт. По рукам. Ну, слава богу. В добрый час. В добрый час. Особенно, как собаку не кормят. Кормить надо было больше, не жалеть. Поэтому и сбежала. Пошли бы. Ладно, хватит. Собака найдется. Пошли. А знаете, чего ему так собаку свою жалко? Потому что он за нее 2000 баков отдал в немецком питомнике. А в чем проблема? Выиграешь и купишь себе 20 таких. Слышь, а? Тебя как сюда занесло-то? А деньги нужны. Меня дома невеста ждет. А? Я обещал осенью свадьбу сыграть. А тебя? Что? Ну, невеста ждет? Уже нет. Не переживай. Вот закончим игру. Пойдем ко мне. Тебя с такой невестой познакомлю. Всю жизнь мне благодарен будешь. Я вообще-то не переживаю, но спасибо. Ты идешь? Ага. Ну, а свадьбу-то где сыграете? Да я с внучкой договорюсь. А со свадьбой мы как-нибудь сами разберемся. Договоримся. Договоримся? Ну, хорошо. Ну, с Норвом, девка. Ладно, ты не переживай. Это я беру на себя. Насчет суммы мы договорились. Ты внучку ломай. Ну. Не, все получишь, как я и обещал. Давай, давай, давай. Ой, черт. Что, сдох? Иди. Давай, давай, давай. Thank you.
здесь заночуем. Что это? Эхо войны. Давай посмотрим. Давай. Ну что, напарник? Нам теперь никакие каратели не страшны. Еще бы согреться и обувь с одеждой просушить. Не вопрос. Я за дровами. Волк. А как мы их вычислим? У тебя была какая-то идея. Один момент. Интересно, куда это он ушел? Ага. Так. О, моя высохла. Че, напарник, согрелся? Че у тебя? Угу. Понятно. Ладно, ну, тогда первый дежурю. Часов в 5 поменяемся. Сколько, кстати, на твоих? Ну, слушай, по штучке мы уже заработали. Че, 12 уже? Без 5. Ну, поздравляю нас. Ох, ё-моё. Это не мы, дураки. Это жизнь такая. Ладно, все, пошел, давай. Давай. Знаем мы, как вы не брали в руки карты. Давай, давай, ходи. Засек я их по дыму. Два костра в лесу горят. Значит, они разделились. Значит, собираемся. Не суетись. Стемнело, да и устали мы. Завтра накроем их по очереди. Когда начнем? А? С рассветом. Возьмем их тепленькими, они в паре километров друг от друга ночуют. Волк. Ну хорошо, давайте по рюмке и спать. Ну, за удачную охоту. Кто в карауле останется? Ну, такой ночи. Ну, конечно. Кто же, если не я? Выпить оставьте. Ну, хорош, хорош. Завтра тяжелый день. На-ка, держи. Что это, зачем? Держи, держи, на всякий случай. Бди.
Совой. Часовой. Часовой. Почему спишь на посту? Я не сплю. Давай. Все ждут. Выдвигаемся. Здесь, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Только не светись там. Особенно. Ты куда? Индус. Волк, здесь, похоже, никого нет. Слышь? А, да. Гиена. Вот что? Это не твоей собаки. Суки. Пошли. Я ж тебя попал!
подождите, друзья. Давайте хотя бы передохнем. Хочешь передохнуть? Уговор помнишь? Слышь, Волк? Да. Зачем они собаку сожрали? На маньяков вроде бы не похожи. Да, не похожи. Чтобы я ни за что, ни про что подарил им 10 тысяч баксов. Хрена лысого. Один не пьет, а другой вообще ашот. Может, это не они? А кто? В лесу только мы до партизаны. Остальные на хуторе остались. Найду порву, суки. Не заводись, Гиена. Алло! Интересно, а долго нам еще в этом лесу мучиться? Где-то здесь я второй дымок засек. Пошли. Только ты, Гиена, на шухере постоишь. Это почему? Горячий будет. Никого нету? Еще теплая. Ага. Они не могли далеко уйти. Ищите следы. Мужики, идите сюда. Привет. Просвистелся. Деньги-то все просвистишь. На-ка, попей рассолчику. Попей. А то голова-то, небось, после вчерашнего болит. Деньги, деньги, деньги. Деньги. Где взять-то деньги? Как где взять? Это что же я вам вчера бутылку коньяка-то просто так, что ли, дала? А? Ты что же, с капитаном-то не договорился? Ну, что будешь? Договорился. Договорился. Ну? Капитан согласен? Ну? Что ну, баранки гну? Теперь нужно Машку уломать. Эта стервоза его на дух не переносит. Ну, ей-то чего, господи. Ну, какая разница, кому борщи варить? Я вон с тобой, с крокодилом. 17 лет живу, и ничего. Ладно. Жива пока еще. Ну ладно, иди ты заради бога. Дай на спокое все обдумать. Слышь, а где он сам-то? Поутру поохотиться пошел. Скоро должен вернуться. Ишь ты, и не боится шастать-то по лесу один. А им все нипочем. Им все нипочем. Не слушать стариков. А зря. Волк, здесь кровь. А вот и след. Кровь. Откуда здесь кровь, Волк? Партизанам кто-то кровь пустил. Ходят они друг дружки. Кровь пустили. Я ж сразу говорил, что они странные какие-то. Не нравятся мне такие игры. Давайте сообщим, куда следует. Не паникуй. Посмотрим, что у них за игры начались. Пошли. Смотри, дед, каких красавиц я тебе на болоте подстрелил, а? Хорошие.
О, бабка котлет из них накрутит. Ну да. Слышь, капитан. Ну? Я вот все спросить у тебя хочу. О чем, дед? Ты вот не боишься призраков-то этих, которые по лесам ходят? Нет, не боюсь. Почему? А у меня с ними договор о ненападении. А ты что, боишься? Ну, скажем, опасаюсь. Да не боись, дед, не тронут они нас. А за что ж они игроков-то этих изводят? Так а кто ж их разберет, дед? На то они и призраки. А наше дело сторона. Как там? Привез, организовал, увез. Нам за это деньги платят, дед. И во что не надо вмешиваться. Понял? Ну да, да, да. Куда ты собрался? Да, да. За клюквой. Варенье хотели бы. Ну да. Вот, вари свое варенье. А игроки пусть тебе играют. Как внучка? Да нет, я не говорил еще, но ты не переживай, она поломается, да согласится, куда она денется, а? Правильно, деваться тут некуда. Кругом болото, призраки вон по лесам шастают. Да, Пыжик? Только что-то где-то она долго ломается. Или кого-то. Кровищ-то сколько? А? Чисто вокруг. Огнестрел? Да какой? Ты уверен? А то. Осталось только понять, кто кому кровь пустил. Ой. Койот, что с тобой? Только подальше отойди. Чего-то живот скрутило. Зачем вы собаку съели? Какую собаку? На нашу собаку. Кэлу. Стой. Стой! Ребята! Мужики! Ко мне! Мужики! Кто? Это Хмель, партизан, туда побежал. Хмель, партизан, туда побежал. Туда побежал. Туда. Туда. Я вам говорю, зачем собаку нашу съели? Гадина! Thank you.
Лена! Где Лена? Лена! Лена! Я здесь! Машка, ну ты чё такая квелая-то? Может, аппетита нет? Есть. Ну, может, болит чего? Нет. Ну, а чё тогда? Сидишь да дуешься, как мышь на крупу. Ты послушай стариков-то. Послушай. Дед, начинается. Маш, ну что ты упрямишься? Ну? Он же такой солидный человек, а? Да ты за ним будешь, как за каменной стеной. Маш, ты послушай сама. Ведь тебе 20 скоро. Да. Ты что, так и просидишь в этой глухомане? Да, а он тебя в город увезет, а? По театрам ходить будешь, Маш. А то, что он старше тебя, так это даже хорошо. Да. У него жизненный опыт есть. Конечно. Спасибо, да. Я пошла. Ой, напрасно. Маш! Напрасно ты, Маш. Ой. Мы же ведь тебе добра желаем. Но если не нравится он мне, что я могу сделать? Что делать-то будем, а, дед? Ну, что делать-то? Что делать? Ну? Может, проучить ее пора? Да, проучить. Проучить. Пил? Слышь, Маш, ты это, помоги мне в погребе наливку найти, а то не вижу ни черта. Иду. Маш, посмотри ты, заради Господа Бога, ну совсем я ни черта не вижу. Старый стал. Посмотри, где наливка. Да нет ее тут. Ну, на нижней полке слева глянь. Но она должна быть. Дед, ты чего? Чего-чего? Чувачка с хвостиком. Дед, ты чего? А ничего, ничего. Вот посидишь и подумаешь о своем поведении. Да открой! Ага, сейчас. Вот, побрось и открою. Ну, все затихло, прямо. Да открой, говорю! И все равно не заставишь! Еще! Дед, ну, значит, будешь сидеть, пока не передумаешь. Все, благодарить меня будешь. Дед! Открой, я сказала! Дед! Ну, зараза. Гиена! Гиена! Гиен! Гиена! Куда он делся? Только что здесь отзывался. Может быть, его уже давным-давно того, как собачку, зарезали, съели. Что ты гонишь, Боров? А что я читал? Провинции.
Очень многие едят собак и людей. Давайте к просеке вернемся. Смотрите. Что так? Волк, смотри, огнестрел. Вижу, не слепой. О, Господи. Это что же, его партизаны кончили? Не знаю. А кто знает? А, Волк, это ты нас сюда притащил. Так что объясни мне, что здесь происходит. Волки! Да хватит уже! Нужно ментов вызывать, а не выяснять отношения! Каких ментов? Тот телефон не берет! Рация. Капитан, капитан, ответь на руку! Капитан, слышишь меня? Прием! Капитан слушает. Капитан! Капитан, на нас напали! Гиена убит! Как убит? Кто напал? Не знаю. Мы преследовали партизан и нашли в кустах застреленного гиену. Где вы находитесь? Мы сейчас... Ложись! Что? Беги к затопленной дороге. А ты? Я ружье возьму. Там Машка еще в погребе. Да, да. Иди. О, Господи. Маша, Маш, ты меня слышишь, Маш? Открывай! Погоди, Маша, погоди, милая, там кто-то капитана застрелил. У меня ключа нету. Ты не шуми, ты запрись изнутри. Ah!
что, дух? Очухался? Жить хочешь? Да. Каким Сашкой? Сашка, друг мой. Мы с ним полтора года под Хасавюртом в Чечне мариновались. И что с ним случилось? Убили его дух. Кто? Суки фашистские. Ха! Ничего, я одного из них на болотах приговорил. Так это его? Его. Жалко, что без патронов. Напарника моего тоже они убили? А не, кто же еще? Они сначала только партизан убивали, а теперь решили всех положить. Как всех? Да вот так. Пока ты ручья валялся, я еще двух мертвяков в лесу видел. Они же не знают, что это я одного из них зарезал. Как ты вообще сюда попал? А вот так. Месяц назад с Сашкой играли. Они думали, что я в болоте утонул, а я живой, чудом выжил. Как ты месяц здесь продержался? Жить захочешь, и не то сможешь. У нас с Сашкой две войны за плечами. Тут какая-то сука фашистская его. Слышь, развяжи меня! Нет, дух. Я тебя не развяжу. Ты же от меня сбежать хочешь, я же вижу. Куда я здесь бегу? Да куда угодно. Зачем я тебе вообще нужен? Слушай, ты чего так много вопросов задаешь? Ты поговорку знаешь? Меньше знаешь, дольше живешь. Живи пока. Что случилось? У вас в офисе сработала сигнализация. Твою мать! Вот урод. Вот урод, а?
Слава богу, живой. Ну что, проснулся, придурок, а? Проснулся! Партнер! Я тебе дам, партнер! Дядь Жор, ты чего? Дядь Жор! Я тебе дам, партнер. Я сколько раз тебя просил, чтобы ты не приходил сюда с кайфом. Ты что, хочешь, чтобы все мы засыпались, да? Ты этого хочешь? Да ладно, ладно, дядь Жор. Всего два кубика. Да какие два кубика? Посмотри на себя! У тебя вон шары под завязку залиты. Тебя первый же постовой примет. Не понимаю, ты что, хочешь нас всех подставить, что ли, да? Сестра всю ночь звонила, каждые 5 минут. Где он шляется? Не а надо, я не знаю, не где надо. Ты шляешься. Понимаешь, не знаю. Вот только не надо про мать, не надо. Господи. Вообще, я за деньгами пришел. Дайте мне мою долю. Ничего не получишь. Хреново дело, дух. Что случилось? На хуторе всех казнили. Оружие забрали. Одна девчонка осталась. Я слышал, как она в погребе плачет. Что ж ты ее не выпустил-то? Потом. Сейчас она нам только мешать будет. Сначала разберемся с фашистами. Сейчас ты свяжешься по рации с этими уродами. Зачем? Чтобы их подманить. Чтобы я подошел к ним незамеченным. Они же про меня не знают. Они охотятся за тобой. Я что, приманкой веду, что ли? Ага. Подожди, подожди. Есть другой вариант. Давай просто убежим из заповедника. Девчонка нам дорогу через болото покажет, слышишь? Без вариантов. Пошли на вышку. Зачем на вышку? Зачем, зачем? Там прием лучше.
Давай. Что говорить? Скажи, что нашел рацию в лесу. Попроси помощи. Смотри, если ляпнешь что-нибудь не то, я тебя уроню. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Давай еще. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Пожалуйста, ответьте. Да, я вас слышу. Помогите, пожалуйста, я попал в беду. Что случилось? Тут в заповеднике убийство происходит. Какое убийство? Я не знаю, я в пинбол приехал играть, а тут кто-то всех убивает. Пожалуйста, помогите. Хорошо, я понял. Вы один? Да, я один. Можете назвать место, где вы находитесь? Я в заброшенной деревне, в заповеднике. Пожалуйста, помогите. Понял, выдвигаюсь к вам. А где вы находитесь? Я недалеко, грибы собираю. Вы один? Да, я один. Один, значит? Это хорошо. Ладно. Пойдем на чердак. Подготовимся к встрече. Тебя сюда. Каким ветром занесло? Азартно. Адреналинчику, значит, захотел? Ага. Типа того. Ну, дурак. Я этого адреналина в свое время до отрыжки наелся. Прием! Прием, вы меня слышите? Прием! Прием! Да, я вас слышу. Вы где? Я подхожу к деревне. Выходите мне навстречу. Я подхожу к деревне, выходите мне навстречу. Я не могу ходить, у меня нога подвернута. Понятно. Хорошо, сделаем. Я вас не слышу, прием. Я во дворе дома у вышки. Понял, сейчас иду. А вы один? Ну не волнуйтесь, я уже скоро. Я уже рядом. Ну теперь ты меня развяжешь? Потом, потом. Сиди тихо. Thank you.
Надо бежать. Покажешь? Все, хорошо. Никогда не думал, что приеду в Москву вот так. Как? Сам знаешь. Так, ну-ка, пошли.
эксклюзивный. Из личной коллекции хозяина. Из сортов винограда хрен знает какого года урожая. Извини, все, что есть. Вот. Я сейчас что угодно выпью. Сегодня, хотя бы сегодня, про это не говорите. Тогда у меня тост. За короткую память и долгую жизнь. Дай, пожалуйста, анкеты, партизан. Конечно. Какие проблемы? А началось все, наверное, лет 10 мне было. Мы тогда с группой нашей детдомовской поехали на экскурсию в зоопарк. Я, как сейчас помню, вольер со слонами. И стоит такая толстая тетка, и у нее такой пластиковый барабан, и там такие билетики экспресс-лотереи. Помнишь, такие длинненькие были, там еще дырочка такая металлическая была с краю. Ну да, ты ж мелкая, конечно. Ну, неважно. И, ну, денег-то у нас не было ни у кого, была какая-то там мелочь. И все на нее пошли мороженое себе покупать. А я тогда купил себе билет, сам своей рукой залез в этот барабан, вытащил билетик, выбил 25 рублей. Всего-то? Тогда, между прочим, большие деньги были. Ага. Но дело не в этом. Я тогда первый раз в жизни понял, что деньги можно выигрывать, понимаешь? То есть, на самом деле, вопрос только везения. Тебе повезло все в шоколаде. А тебе везет? Так не спрашивают, это комплексный вопрос. С одной стороны, да, везет. И много ты уже выиграл? Ну, если
Смотря с какой стороны посмотреть. Если про деньги, то может немного. А если какой-то опыт? В наш заповедник ты тоже счастливый билетик вытащил? Нет, это другое. Почему другое? По-моему, это одно и то же. Вот как люди говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. Не ковыряй! Ты мне сейчас знаешь, кого напомнил? Кого? Тетю Фрусь. Какую тетю Фрусь? У нас в детдоме была воспитательница, тетя Фрусь. Все гоняла меня. Думала, что я болтусом вырасту. И вот мало гоняла. Так, заначка из прошлых жизней. Пошли гулять. Куда? Давай, 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 вставай. Да вставай, куда? Вставай, пошли. Давай, давай. Трансвестита. На кого? На трансвестита. На какого еще трансвестита? Мужик, спокойно. Кто мужик? Я мужик? Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно. Сам ты мужик, слышь? Помогите, люди добрые. Хулиганы свирепые. Телефон есть у кого-нибудь? Ребят, ребят, скорую вызовите, а? Скорую вызовите кто-нибудь! Девушка 19 лет, смертельное ранение, большая кровопотеря, шок, это сознание. Готовьте врача.
Здесь курить нельзя. Женщина. И вообще, шел бы ты домой. Все равно ты ей уже ничем не поможешь. Почему? Да потому. Теперь врачи все сделают сами. Я подожду здесь. Я не буду мешать. Сиди. Жалко, что ли? Спасибо. Только кури на лестнице. Хорошо. В столице 7 часов утра. А немного о содержании ближайших 30 минут. Эй, братан. Это вы привезли пострадавшую с огнестрелом? Кого? А, да, как она? С ней все в порядке? Не знаю. Собирайтесь, пошли. Зачем? Надо. Я никуда не поеду, пока не узнаю, как она. У нас тут проблемы. Гражданин идти не хочет. Ну что, подняться? Да все с ней в порядке, парень. Врачи говорят, ничего страшного. Плечо задето. Не волнуйся. Иди домой. Ну, собирайся. Пошли, пошли. Пошли. Автомобиль. Скрылся в неизвестном направлении. И все? Угу. Да, лихая у тебя история получается, Андрей Григорьевич. Просто заслушаешься. Детектив, мам, не горюй. Триллер ты для сериалов не пробовал писать? Нет, для сериалов не пробовал. Для рекламы писал. Газировка, конфеты, туалетная бумага, памперсы. Один раз даже для прокладок писал. Серьезно? Прочти и распишись. Дата, подпись, фамилию разборчиво. Ох, повезло тебе, парень, повезло. Так, как может в жизни-то один раз только и везет. Ты цени это. А девчонка у тебя крепкая, выкарабкается. Только вот... Только вот что? Что, что? Да так, ничего. Так. Мыслишки разные. Мыслишки. На. Ран пока еще об этом. Ну, а может, все-таки напряжешься, вспомнишь лицо-то этого грибника, а? Мы бы фоторобот составили. Я же говорил уже. Не помню я ничего. Я в ужасе в таком был, но... Ну, никаких ни деталей, ничего не запомнил. Если б я увидел его, может быть, и узнал бы. Ну, высокие, короткостриженные волосы, ну, светлые. Ну, ладно. На. Может, все-таки вспомнишь, позвонишь. Ну, а теперь веди. Куда? К Жорику твоему, рабовладельцу. Пошли. Чисто в комнатах. Чисто.
Ты его узнал? Да, это Жора. Спасибо, ребят, курим. Слушай, а у тебя квартира большая? В смысле? Потесниться придется, мы к тебе людей приставим. Здорово. Машу тоже сегодня переведем в другую больницу. Зачем? На всякий случай, я уже договорился. А вы думаете, что он может опять? Не уверен, но на всякий случай. Ты видел его лицо. Он же не знает, что ты страдаешь амнезией. Я послал запрос в Тверскую область, они организуют экспедицию. Может, туда за что-нибудь зацепиться. Давай, вставай в автобус. А? У Жоры был приятель, Эдик. Так. Мы с ним познакомились в зале игровых автоматов. Он меня с Жорой свел. Чего ты молчал-то? Поехали в отделение. Составим фоторобот. Лицо помнишь? Да, конечно. А можно я с Машей сегодня увижусь? Увидишься ты с Машей. Давай, давай. Дело сначала сделай. Привет. Привет. Давай так, чтобы потеплее. Удобно? Угу. Врачи заходят? Заходит. Хорошо. Давай поправим подушку. Ну, ну что, все нормально. А, тебе... Чуть-чуть поцарапалась. Ну чего? Ну... Да потому что испугался я! Я за себя так не боялся, как за тебя. Ну все уже хорошо. Видишь, я жива-здорова. Маш, я... Ну, в общем, у меня все нормально. Угу. Ты за меня не волнуйся, угу. Правда. Хорошо? Я тебе телефон оставлю. Угу. Вот смотри, тут домашний номер. Угу. Вот. Ты сразу позвони мне, хорошо? Угу. Хорошо. Все. Пошли. Спите спокойно.
родные мои. Хорошее у нас настроение, ибо в эфире хит-парад анекдотов. Начинаем с конца. 10-е место. Лучший анекдот на этой неделе. Лена Ковалева из «Электростали» прислала его. Это не описуемо, сказал собака, глядя на Баума. Смешно. А на очереди 9-е место нашего хит-парада. И Антон Петрищев его читает этот анекдот. Приходит пациент, доктор, говорит: доктор, у меня голова кружится. А доктор: вижу. Можно? Алло. Это Феликс Эдуардович. Да, здравствуй, Феликс Эдуардович. Ну что, деньги нашел? Конечно, только я, к сожалению, всю сумму не смогу отдать сегодня. Ничего страшного. Я сделал все, как вы хотели. Очень хорошо. Хозяин квартиры звонил. Попозже зайдет за деньгами. Ну ладно, хватит ли осточить. Время обедать. Маша, как ты? Привет. Зю-зю. Нормально, нормально. Я соскучилась. Здравствуй. Привет, привет. Ну, расскажи, как ты? Чувствую я себя нормально. Я говорю, соскучилась я по тебе. Я тоже. Когда я теперь тебя увижу? А когда ты хочешь? Приезжай, когда сможешь. Хорошо. Сейчас. Алло, Маш, да, пишу. Угу. Городская больница номер 12. Второе отделение. Хирургия. Палата 418. Успел? Да-да-да. Приемные часы с 3 до 6. И там охрана. Подожди.
Откройте дверь, это хозяин квартиры пришел. Алло, Андрюх. У него что, ключа своего нет? Он всегда так звонит. Андрюх, ты меня Машечка, ты можешь мне перезвонить чуть попозже? Я сейчас не могу говорить. Пистолет возьми. Дома жена ждет. Слышь, гости собрались. Дети, внуки. Теща. О, черт. Все? Ну что, пошли? Вась. Как всегда, на мой счет запишешь? Да, конечно, запишу. 95. Вася. Что? Тормози! Псих. Я вас уволю, понятно? Больше? Добрый день. Чем могу вам помочь? Скажите, официант Вася, он сегодня работает? Да, он будет вечером. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Доброй ночи, командир. Что мы имеем? Мы имеем труп. Скажи, где тут у тебя вторая хирургия? У меня сестра там лежит, как мне к ней пройти? Сейчас никак. Приемные часы с 15 до 18. Вторая хирургия на 4-м этаже, приходите завтра. Конечно, проверю. Да мне сегодня надо. Я же сказал, не положено. Завтра. Слушай, друг, а может быть, договоримся? Я тебя отблагодарю. Давай, давай, повтори, что он тебе говорил. Да я не понял, друг. Да он какой-то бред, ну. Нет, не могу. Ну вы поймите, у нас свое начальство. Если вас здесь увидят, у меня проблемы будут. Спокойной тебе ночи, командир. Хорошего тебе дежурства. Добрый вечер, это снова я. Вася появился? Он где-то там. Спасибо. Дернешься, пристрелю. Где Эдик? Кто? Спрашиваю еще раз.
Где Эдик? Да он из машины 3 дня не влезает. У него ломка. Машина где? Да здесь рядом, на парковке. Старый Opel. Ты откуда здесь? С того света. Поговорим? Да пошел ты. Твой приятель Жора уже в морге. Хочешь к нему? Избранных клиента, которым он предлагал экстремальный отдых. Экстремальный отдых – это убийство людей, что ли? Типа того. В то время как партизаны играли в пейнтбол с карателями, на ту же территорию прибывали настоящие убийцы. Они убивали партизан, но так, чтобы не попасться на глаза карателям и вообще не оставить никаких следов. То есть он брал деньги из убийцы с карателей? Это было очень выгодно. Кто эти люди? Точно не знаю, но Жора говорил, что эти трое очень непростые люди. Какие-то фашисты. Эдик, фашисты эти кто? Хмель, я правда не знаю. У Жоры в сейфе были какие-то документы на случай форс-мажора. В каком сейфе? В его офисе. Ключи он в цветочном горшке прятал. Ключи от сейфа? Да, от сейфа. Давай ключи от офиса. Хмель, у меня нет. Эдик, ключи давай. Да, кстати, Эдик, я машину твою возьму? Бери. Спасибо. Выходи. Thank you.
все кто это? Не знаю. Я не знаю. Ну что, ты с ума сошел, что ли? Иди посмотри сам. Ради бога. Надеюсь, что это соседка за солью. Угу. Козел, он совсем обалдел. Так. Привет. На! Не спится? Подъем. Я надеюсь, ты понял, что я не шучу. Чего тебе нужно? Кино посмотрим? Это что? Вечеринка стрелкового клуба. В тире. Вот этот уже мертвый. Как мертвый? А вот этот бегает за мной с пистолетом, хочет меня. Это братья. Это два бизнесмена из Калининграда. Я собирался с ними заключить сделку. Сделку, тварь? Она поохотится на людей. Ты с ними не собирался? Хмелик. Ты что, Хмельницкий, с ума сошел? Что за чушь, что ты сделал? Чушь, ты следователь, будешь рассказывать. Он знаешь, какой мужик едли? Он из тебя все жил и будет тянуть. Зачем ты так со мной? Я этого не делал. Так, мне нужно знать, кто это и где его найти. Это Игорь. У меня в телефоне адрес. Телефон, Ксюша. Да, сейчас. Да. Больно же. Сейчас. Давай быстрее. Да-да. Вот, Игорь Зародов. У них с братьями казино под Питером. И еще два строятся в Калининграде. Прямо у моря. В центре. Там в телефоне адрес. Обычный и электронный. Он даже приглашал к себе в гости, в загородный дом. Ксюш, где твой мобильник? Вон там. Ксюш, я возьму? Да, конечно. Да. Спасибо. Ксюш. Егоров. Это Хмельницкий. Так, ты где? Куда ты пропал? Ты живой вообще? Я у тебя в квартире, работаю с криминалистами. Что здесь произошло? Грибник приходил. Опа. Так, где ты находишься? Я сейчас людей пришлю. Не надо. Что надо, не надо? Ты не придуривайся там. Все очень серьезно. Тебе нельзя оставаться одному. Мне сейчас звонили из больницы. Убили охранников, Машу увезли. Алло! Алло! Хмельницкий! Я нашел запись с грибником. Какую запись? Запись находится по адресу Коротковский переулок, дом 5, квартира 45. Там же находится свидетель, который лично знает грибника. Какой свидетель? Хмельницкий! Что ты собираешься делать? Закончить игру. Не надо, не... Thank you.
Ну что? Очухалась? Алло. Привет, Грибник. Это Андрей Хмельницкий. Очень кстати. Хочешь послушать, как она умрет? Ну. Она же тебе не нужна. Тебе нужен я. Правда? Так что давай закончим это как мужчина, слышишь? Ты слышишь, Игорек? Зародов. Алло. Алло. Игорек, ты не рад меня слышать? Откуда ты меня знаешь? Я вообще много что о тебе знаю. Я о тебе знаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Слышишь ты? Ну, ответь что-нибудь, Игорек. Откуда ты можешь обо мне что-нибудь знать? Ты сильно наследил, Грибник. Запомни. Если ты связался с ментами, она умрет. Очень страшная смерть. Ну, давай, показывайся, герой. Хендехоф. Пистолет бросай. Где Маша?
А зачем мы сюда пришли? Я здесь кое-кому должен. Мы ненадолго. О, кого я вижу. Привет, индеец. Привет. Здрасте. За мной должок. Держи. Ну как, ты сегодня в игре? Я больше не играю. В смысле? Завязал. Хватит. И давно? Все. Начинаю новую жизнь. А-а-а. Давай, краснокожий. Ну, как знаешь. Удачи тебе. Спасибо. До свидания.